Я, Журавлев Владимир Юрьевич, проживаю в городе Домодедово, гражданин Российской Федерации. Я стараюсь соблюдать законы своей страны. Ничего противозаконного я не делал. Около года я хочу высказать свою точку зрения по поводу происходящего. Я имею на это право. Около года за мной велось наблюдение. А в недавнее время, где-то около месяца, велось наблюдение за моим интернет-трафиком. Скорее всего, 20 июня был перехвачен аккаунт социальной сети ВКонтакте, который загрузит не самые законные видео. И статью, которую мне присвоит, будет не самый лучший. Мне перекрыли доступы связи к любым знакомым, потому что отвечает за них либо человек из спецслужбы, если это какая-то социальная сеть, либо люди выходят ко мне с прослушкой, если это какой-то знакомый. Хочу вам сказать, что это мои последние часы жизни, потому что живым по такой статье я не выберусь. И вообще, мне просто страшно за то, какие люди занимаются этим делом. Мне просто не дадут нормально умереть. И лучше это сделать самому. Я уважаю все нации. Я уважаю все нации. Никому дорогу не переходил. И прошу вас, вашего года, вашего Бога, пощадите меня. Простите меня и моих родных, если кто-то вас обидел. Простите меня и мою мать, моего брата. Мы никому зла не хотели. Пожалуйста, остановите это дело. Хочу сказать спасибо всем, с кем я сотрудничал. Спасибо в первую очередь Вайдеру. Это не просто ответственный коллега, но и хороший друг. И я не упомянул его в одном видео, но упомяну в этом. Это настоящая команда. Без него я бы ничего не сделал. Там просто симбиоз и поток мыслей. Именно с ним мы создавали проекты, и именно с ним они получались такими, какими вы их видели. Спасибо Максу Тернскому, что поддерживал меня в трудные минуты. Чувак, я обнимаю. Продолжите дело, если хотите. Мне очень нравилось в последнее время работать с Родо. Он появился в тот момент, опять же, когда я уже сильно паник. И это было какой-то надежда и луч в что-то светлое. Человек очень правильный и считаю очень хороший. И создает очень бодрящий и классный атмосферы момент в рабочем процессе. Короче, это было круто, чувак. Я бы работал с тобой до конца жизни. Могу посоветовать тебе Макса Донского,
как замену мне, потому что этот человек просто талант. Всегда мечтал работать в этой сфере и надеюсь, теперь я ему помогу. Макс, спасибо за вдохновение, потому что, ну, это просто 80% меня. Спасибо друзьям со школы. Андрей, Саша, Олег. У меня был сложный период после школы. Очень сложный период. Чувак, я не высокомерил, если тебе показалось тогда. Мне не хватало тебя. Я знаю, во многих моментах ты был отличным другом. Я это ценю. Илюха, ты менялся в лучшую сторону. Это было заметно. Опять же, я паник в то время. Прости. Я не думал, что тебе будет не в тяжесть общения со мной. Сам я пытался, но не придавал много сил. И спасибо всем остальным ребятам. Женя и Саша. Друзья детства. Это очень хреново, что у нас немного разошлись пути. С вами было прикольно. И, пожалуйста, простите меня, Оксана и Оксанин родители. Я умоляю вас, простите меня. Я просто не знал, что так получится. Простите меня, пожалуйста. После этого видео часы моей жизни идут на отчет. Я просто понимаю адекватно, что никаких у меня возможностей нет. Счастливо оставаться.